кто-то в Анапу летит. Привет, друзья, сегодня у нас 7 августа. Джимми Т, хочу вам показать, какие пляжики, что да как. Аквапарк. Тики-так. Пионерский проспект. Джимми Т 1. Джимитинский проезд. По нему мы пойдем на пляж. Посмотрим по ходу движения все самое лучшее и интересное для вас. Оставайтесь. Сразу же столовая. Ну, все как всегда на всех проходах. В Анапе, Витязево, Джимми Т. Сувениры, очки, игрушки, мороженое, столовое. Все самое необходимое. Меню. Давайте посмотрим. Столовая «Полет» называется. Установочка такая, не жарко, продувается, все хорошо. То есть заходишь сразу и такое ощущение легкости от жары. Жара у нас сегодня. Нереальная. В тени, вот смотрите. Что тут видно? В тени 33. С утра. А солнце там за 40 уже зашкаливает. Опять столовая, отошли буквально 20 метров. Семейная винодельня. Кафе «Маша и Медведь». Можно сюда приехать, если вы в Анапе остановились, например, на 128-м, 114-м, смотря откуда вы будете ехать. Ну, из Витязева, я не знаю, нет, наверное, смысла ездить сюда. Пляжики практически идентичные. Все, вот знаете, вот честно скажу, по стандарту. Все одинаково, четко отработано. То, что покупается, то, что проверено. Все везде, все одинаково. Настолько одинаково, что даже скучно немного. Посмотришь вот на YouTube путешествия, хотя бы даже в Турцию, насколько разнообразно у них хотя бы даже питание. Какая-то изюминка. Каждый пытается что-то свое новое, интересное. Здесь же по четко отработанной схеме годами. Это, конечно, скучновато. И не только здесь, а еще и то, что во всех городах остальных продается и покупается хорошо, по крайней мере. Потому что нет такой причины. Она не очень хорошо ворочает. Да, я уже нормально. От Пионерского идти, конечно, 5 минут буквально, и вот мы уже практически и на пляже. Ой, слезы. Жарко, очень жарко. Сейчас посмотрю, сколько на солнце. Покажу вам. Пока такая же, как в тени. Такую экзотику можно к себе домой привезти. У вас-то такого нет, наверное. Хотя нет, у нас-то есть такое, еще лучше. Скажете вы, да? В общем, каждый сам решает, что для него интереснее. Просто есть люди, которые приезжают и покупают. Называются. Некоторые из них шопоголики. Простите меня, но
Люди любят скупляться, закупаться. Для некоторых, для даже развлечения. Поэтому и есть спрос, есть предложение. Выпечки, интересная особенность, что тут выпечки хватает, так же, как на проходе, на параллели, то же самое видел. Выпечка, выпечка много, прям, один за одним. Да, с чем тебе? С чем? У нас такого как бы нету на проходах. Один. Изобилие. Да, выпечка прям, одна за одной. Пока я шла вот здесь буквально 5 минут, штук 5 не их встретилось, то и больше. На параллели там вообще штук 20, наверное. О, очень горячий песок. Очень-очень. Обжечься можно. Здравствуйте, даже верблюды ходят у нас. Все для вас. На любой вкус и кошелек. Здесь, конечно, самое оно жить. Но, на мой взгляд, море. Это что-то. Чем ближе к морю, тем, конечно. А это что у нас? Бора-бора? К ним относится, что ли, пляжик. В их стиле, их вывеска, интересно. Щадочка детская. Никакому отелю не относится, время не ограничено, 200 рублей. Навесом теневым, вполне себе для деток развлечение, неплохо, я думаю. От жары главное укрылись, можно поиграть. Ой-ой-ой, какой же горячий песочек сегодня. Нужно бежать бегом до моря первый раз, когда заходишь на пляж, потому что ну, нереально обжигает ножки. Ух, как же сразу легко на море после похода по жаре. Освежающе. Я еще не в море, а уже освежилась. Арина! Померяем температурку. Двадцать девять. Ниже не падает. 29 температура воды. Давайте еще немножко пройдемся до пирса, посмотрим состояние водички. Место здесь, конечно,
достаточно, чтобы комфортно, как в море находиться, так и на берегу. Кругом фотосессии семейные. 15, футболку давай. Здесь водичка, да, какая прозрачная. На входе была, вы сами видели, чуть-чуть другая, только мы вошли на пляж, а здесь красота. Без слов. Можно не комментировать. Наслаждайтесь. Thank you.